21 марта прошло 18-е научно-популярное ток-шоу «Разберем на атомы». Темой нового выпуска стали технологии и творчество, о которых рассуждали аспирант кафедры компьютерного моделирования Екатерина Аникина, автор проекта VR House Антон Мазуркевич и победитель Лиги чемпионов игры «Мозгобойня» Рифат Абдрашитов. Это мероприятие для всех желающих и стремящихся познавать новое и неизведанное.